Играешь с гусем в это что? Это не Counter-Strike точно, это какая-то штука. Майни вновь с вами. Всем привет. И сегодня с реакцией на видос Валеры Гостера. А точнее сразу три видоса, сразу три части вредного гуся. Великолепная игра про гуся. Давайте смотреть. Почему бы и нет? Опа! Ой, какое охрененное гусиное утро. В смысле закрыто? Вообще-то хозяин пришел. Пропусти. Ты там ничего не попутал в моем саду копаться? Иди, открывай мне дверь. Я понял, так не пробраться, придется делать подкоп. Не понял, откуда такой интерес к моей лопате? Ну ладно же, открыл, блядь. А попал нахуй моя лопата? Слушай, какого хуйня ты трясешь, дип? Ну ты мудя, конечно, слышишь? Нет! Дай лопату! Видай лопату! Ну не серьезно, мужик. Ну пути. Прикольно. Хочу покупаться, пойти. Ну, спасибо. Ой, смотри, как прекрасно водичка летним днём. Ну, какого хрена, мужик? Ну, что ты обламываешь вечно? В рубе, брат. Пожалуйста. Да, пожалуйста. Я водичку. Это, значит, купаться мои сады, хочу. Мои моя морковонька, девочки. Ну, прикольно. Чисто морковочку себе займил. Куда ты бежишь? Оставь мне морковку, у тебя ее много. Валера Гостер будет в начале игры все время находиться. Ты жлобишься, дед, оставь меня. Чисто нормально гуся обидать, не? Да, посади еще обратно, умник. Слышишь, ты скрим, блядь, Зевс, киберскул. Куда такая меткость вообще? От природы дана, да? Покажу, как надо. Смотри, берешь и сюда. Берешь, красота. Целую гуся. Что надо вообще? Последнюю себе можно займи? За работу, так сказать. Ну да, понятно, какой. Кошмар, да? Понятно, даже понятно. Морковку не дал. Что за борзость вообще? Дай мне. Дай. Пожалуйста. Вот, ты пойдешь рисовать? Ну хоть что-то. В смысле, блядь? Плохой рисунок. Дай сюда. В смысле гусей против? Я за гусей. Гусям свободу. Гусей в народ. Нет. Не, ну это вообще нормально, не? Обматюкал по гусячьи. Крякать под руку. I'm the bad гусь. Парниша погиб от удара по руке. Ой, смотри, так получилось, да? Ой. Не вот это ищешь, а? Куда это мы собрались? Не дам. Сука! Бежим! Дай мне денег, у вас грязно, я уборщик. Всем разойтись, это не сам. Я должен обязательно в это поиграть. Почему я в это все еще не поиграл на стриме, я не знаю. Санкционированный митинг. Ну-ка, пошел отсюда. По домам, по домам. Что такое? Что за вода? Так, потек. Хочу зерна. Что ты за меня молоть? Я сейчас шнурки съем. Пошел на. Ну ты чмошник. Я стильный гусь от Гуччи. Гуси, как бы, ё-моё. Чё ты, тупое? Несанкционированный митинг. Это несанкционированный. Что за ополчение вообще? Народное сопротивление. Блин, так на самом деле отличается стилистика видосов Валерки старые и новые. Вот это старый видос, я не знаю, как он давно вышел. Да, потом глянул. Но да, новый прям вообще мое почтение. Старый. Отстань. Просто видно, что чувака уровень юмора вырос. Это круто на самом деле. Видно развитие персонажа. Человека. Базара ноль вообще. Сука. Отдай, блядь. Пацан, смотри. А, ну да. Ты же этот прикольный. О, за прикольный. Я знаю, это просто будет хаос для пи***ка всегда. Это тебе? Это мне. Дистанционное унижение малого просто. Проверка сегодня. Ага. Приемчик, как слышно. Опа. Вот эти уебанские красные. Держи, пи***ок. Ты будешь стильным. Не, даже в них ты уебан. Унижение персонажа. Самый жесткий гусь. Я кого спрашиваю? Добрый день, месье. Я тут Шерлок, нахуй, ты Ватсон. Я шляпу дай одену. Ясно, меня здесь не рады, похоже. Элементарно, Ватсон. Это все элементарно. За мной бегает
рыба с ногами, ты серьезно? Ты считаешь, что это прикольно? Я, конечно, да. Не хочу вам мешать пить. Это прикольно. Может быть, вот так. Че прячем в шкафчик и признаваемся? Ой, неловко вышло, кстати, тут поломайка какая-то случилась. Смотри, смотри. Ну, беда. Так, сними эту штуку, не позорься. Что-то как пи***ть. Хотя так, знаешь что? Наряжай меня. Я гусик. Я вас не звал. Да в смысле? Я гусик, наряди мне ленточку. Ну чем он лучше меня? Он же даже не настоящий. Ты же просто фарфоровый гусь. Разве фарфоровый гусь может написать симфонию или сделать кря? А сам-то ты можешь, умник. Кря? Кря могу. Пишешь тебе пизда. А, ну я хочу быть на его месте. А почему? Он, а не я! О май гад, ебать. Фэбулус, здоровчик, как тебе мой новый прикидончик? Все руками не трогай. Вот дай, отдай бантик. В чем тогда вообще смысл, я наряжался в это? Серьезно, просто взял. Он взял и выкинул! Да? Ты ж, неуважение! Ты участок, правильно? Гениально! В этой газете пишут, что ты лох вообще последний. Как так можно? Че понять тебя? Что ты думал вообще, Почта России, заказ заставим вам быстренько. Открывайте. Пахнет кокаином. Привет, я гусь. Хорошо? Пацан заглючил. Какой-то не собранный дед, я не знаю, ну. Попробуй уже. Ну, ты же в курсе, что я просто гусь? Даже гусь лучше играет. В большом городе. Окей, сейчас вторая часть будет, ребята. Тут дальше будет, так, дальше мы больше. Мы просили, поэтому... Реди гусь! Четвертая! Ну вот это вот, в смысле. В ролях! Давайте посмотрим. Гусь! Класс. Я гусею с вас, люди. Двери закрывать не учили в детстве, слышишь? Безопасно, знаешь, что это? Опа, ты чё, гонишь, закрой. Чё ты такой? Слышь, завязывай. Блять, это чё, бунт? Гусь, может, хватит? Нет. Дед. Чё такое? Ку-ку-ку-ку. Да, почему кота можно, мне нельзя? Я мечтал быть котом, может быть. Человек, сука, дай коробку. Я кот, люблю коробки. Ну пошёл ты нахер. Что ты типа мял. Что ты мне лапаешь? Нет, ну тут посижу, можно? Чмошник, привет, мои шоколадочки. Че, больная, что ли? Че гавкаешь? Нет, ты серьезно думаешь, что гуси так разговаривают? А что твоя подруга тупая изображает? Типа, Дан думает, что я так клюю зерно, вот так вот, да? Это что, мне, что ли? Это я заслужил сам, да. Это молодец, это я гусь, это я. Надо одевать. Спасибо. На кольцо, да? О, давай, дед, ты сможешь, я верю в тебя. Ну, ну, сюда. Ай, Надеюсь, попыточку. Кинешь у меня, буду кидать тебе жопой на эти палки. Это называю одиночество просто. Играешь с гусем в это что? Это не Counter-Strike точно, это какая-то штука. Хорош, так центр. Ай, что ты такой дебил? Может тебе очки принести от пи***того? Что ты от меня хочешь? Я смог! Отдай! Это был мой. Раз ты такой мудак и забираешь мои игрушки, вот, блядь. Пошел ты в пи***. Так, ну выгоняйте, пожалуйста. Нет. Блин, прикольно. На самом деле, игра сама забавная. Надо будет реально ее попробовать поиграть. Пососамбус. Хочешь выгнать меня? Залезь сюда. Вот любитель повыгонять гусей. Ну лезь сюда, лезь сюда. Кто хочет гусиные коки? Вот, сука, дудку забрал. В следующий раз я отберу твою жизнь. Эта песня посвящается тебе. Старый олень, дай меня. Не дал кидать кружочки на палочку. А теперь... Че вы все собрались? Всем нравится моя музыка, что ли? Три дела смотрят на гуся. Не поймите неправильно, но у меня здесь песен. Не могли бы вы посодействовать гусям? Я понял. Никакой помощи от вас дождаться не стоит, да? У тебя очко жирное. Стелс. Стелс — это моя жизнь, да, кружечка? Вот мы встретились. Ой-ой-ой. Здрасте, можно пройти? Кружечка, это хорошо. Будешь биться с гусем, что ли? Что ты так встал? Я же найду способ сюда залезть. Я хитрый. О! Ну Metal Gear Solid, ребята. Я коробка! Отстань от меня.
Неплохо. Гусь на попу кусь. Это чё? Да, это все очень интересно, до свидания. Ключи садовника очень дешево. О, наконец-то их забрал снова. Здесь у нас, что здесь у нас, по-моему? Гусям нельзя. Вот это я не понял. Значит, можно. Ой. Садовник, я дико извиняюсь. Ох, блядь. Так вы достали с этими табличками меня уже все. А, это ТВ-магазинчик, он теперь типа для меня всегда открыт. О, там касса есть. Можно дзынкнуть? Да ладно вам. Что за бред вообще? Все выгоняют меня. Выходи. Обижают гуся очко, бедного, капец. Ну, бедный гусь, он просто хочет стараться. Да, за мячом, беги. Ясно. Ясно, ясно. Гусь бы бокс нормально. О, я хочу то радио, но побольше. Че у нас здесь такое? Хочу сделать объявление. Я хочу, чтобы в этом городе перестали гнобить гусей. Нам надоело вот это вот все постоянно. Они идут, мне пора заканчивать. Всем удачи, всем пока. Все, 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 нет. Дура, дай, дай самолет. Лети тогда вон в будку свою и сиди там. Давай, удачи. Это к тому, кого названиваешь там, слышишь? Он гонит! Не было ничего такого, не было, нет, даже не трогал его. Ну блин, ну алло, ну самолетик хотя бы дай. Да-да-да, дай самолетик. Да, да. В смысле? Ты что, осмелел что ли? Ты ж боялся меня постоянно. День добрый, кстати. Теперь ты живешь в этом гараже, понял? Когда собрался? На тебе морковочку, не грусти. А как тебе остаться в закрытом пространстве? Со мной! Реально унижение. Там просто бедный. Вкусные сапоги. Это слышишь? Ну я и что? Ну бывает. Это неприступная крепость для вас. Это вне вашей юрисдикции. Гусиные очень сложные, у нас таких слов нет. Юрист крунздинцы, пензденцы. Юрист пусть, пис, пуси. Вау! Другой лук, совсем по-другому выглядишь. Я тебя же перестал тебя чморить, по-моему. Я беспалевность, я тишина. Я часть стола. Я жирная ножка стола. Так, очень жирная ножка стола. Ты заслужил это учить, понял? Ты заслужил. Как дела? Помнишь меня? Ты не заслужил, я тебя и так много мучил. А вот эта вот тетка с веником достаточно бесявая мадам была. Огромный гость. Унижение. Город. Города. Пожалуйста, сломайся. Шея у гуся сломается. Апокалипсис. Ну да, ты тоже мне да. Давай-ка ты поныряешь там немножко. Так понял, вот как меня гонять по пабу. Маленький город в еще маленьком городе. И разваливается. Это гениально. Я гусила. Ну, типа Годзилла. А, идите на. Ё-моё! Кто, хороший мальчик? Бля. В смысле, это типа как коровкам, чтобы она не потерялась? О, мои пусечки. Мои любимые колокольчики. Воровают колокольчики вот кисяки. Нет, но это звонкие. Да, и те звонкие в холодную фото. Сейчас будет следующая часть, ребята, вы не забывайте. Продолжаем смотреть. Здорово. Тебе два гуся по цене одного, ребята. Сам ты оленишься, ты сейчас умеешь думать, что такое. Попки иди. Ты чё, куда ты лезешь? Ля какой, смотри. Понимаю, осознаю. Продемонстрируй зад. Зацени. Ля ты бунтарь. Видал? Танцуй. Ать. Чё, мы тут музыку слушаем. Ты всё поломал. Капец, два гуся, теперь будет воровать два раза больше. Что зайти в неё? Такси для гуся. О, наклонил, давай. О! О! Валим! Валим на гелике! Нет! Дай посидеть! Отдай таксу! Я застрял где? А я какой гусь, я уже забыл? Выгони нас, иначе мы будем делать только хуже тебя. Скрапи его, да, хватай редиску! Это наши морковки, смел, мы тут хозяева мира. Прикольно, вдвоем то, что можно играть, тоже забавно. Да. Дай нам тыкву посмотреть. Капец ты, армян, у тебя на носу горб. Какой горб! Не трогай цветок. Не оскорбляй! Не трогай, не смей. Он нас не пустит в следующую локацию, пока он тут не уберется, за что мы раскидали. Пошли, короче, помогать по местам все раскладывать обратно. А нахера мы срали тогда? Не-не-не, пусть сам. Пусть сам убирает. А, не, на стол здесь. А, нет. Олень, криворукий, ничем не лучше нас. Качественно нет, работает. Ты нет. Бо! Минус 3.
Дай самолетик. Вы опять вдвоем уезжает, пацана. Пацан только от одного гуся еле сдыхался. Их теперь двое. Where is my money? Ну, стой. Зацени очканал, смотри. Как тебе мой лук? Знаешь, какой шмот стоит? Просто все отжали у пацана, вообще не самолет. И самолетик, и очки. Лох. Ой, это Гусиоми, ну типа Ксиоми, ну ты понял. Прием. Чарли, я вижу туннель. Но там нет света. Да что с тобой? Бля, смотри, она тоже у него очки подрезала. Пасуй мне. Чё ты на него орёшь? Это у нас фигово получается. О, смотри, футбольчик. Вот так, как пацан. Так он его не пинает, он за ним бежит. Экстренные новости. Маленький мальчик застрял в телефонной будке. И он чмошник, как и все здесь остальные. Мы гуси, блин. Гуси самые важные. Я хочу попросить зерна, пока я здесь. Да побольше! Что они все собрались? Что все собрались? Они хотят посадить лучшую передачу в мире. Два гуся. Гусь! Привет. Зачем мы сейчас будем забирать друг друга? А ты мерзкий. Ловушка Джокера. Пусть он меня откроет, алло. Я там стою, алло, ну ты чё? Ой, это помойка? Подожди, там что-то. Там яблоки. О, я капитан... О, ты капитан это, помойка. Капитан помойка. А я буду стеклянный глаз. Там-та-дам-та-та. Это точно Мстители? Это точно Танос? Это точно Капитан Америка. Что ты такой толстый? Я же не говорю, мне в KFC. Я ел в помойке. А это не одно и то же? Зачем не надо, KFC вкусненько. Не трогать. Я хочу в английском стиле. Ты вверх ногами трубку взял. Я ж гусь, я не умею курить. Ну сюда-то ты не заплывешь. Че там? Лох! В натуре лошар. Мы можем все выпилить, он не вылезет. Сейчас жопу не проводит. Я знаю. Я забыл, как рот открыть. Да дай! Я первый ее увидел, ты говна куда. Це моя! Че он приперся? Что за тебя? Сейчас еще всех ужатать этой штукой. Беги. Пусти, да пусти. Какой пести? Не пести. Привет. И ничего не потерял. Не судьба, братан. Жопу ему пернату ваш поцеловать. Он смотри, он даже не понимает, что ему надо. Что ему вообще надо все? Вон кепка лежит, видишь? Оп. Могу покурить. Мое, дай. Суровал. Из рота в рот получается микроб так-то. Ты уже две сделал. Да я даже не в затяг. Да какой не затяг? Я видел все. Что там надо? Составить человека пролить чай. А у него забрали все для чая, слышишь? Придется возвращать. Чаек пить будешь, нет? Ну че? Может быть чай? Чаечка? Чаечек, пожалуйста. Обиженка, смотри, без газеты чай не пьет. Красава! На гусей обижался, без тапков остался, понял? Как, не, ну лошара, в смысле, ну признай. Асимировленг! В белом танце кружим. О, у него чаек надо охладить, он, по-моему, горяченький у него. Поможем человеку, раз разули. Охлаждаем чай. Ты вот там музыка. Ты ритм, поймай. На чем я там играл сейчас? На жопке. Жопные песни какие-то. Она в шоке. Мне только не нравится, что мой музыкальный инструмент — это очко гуся. Все нормально. Хороший музыкальный инструмент. Не обижайся, проснись. Ты, блин, не думаешь, что мы там забыли про тебя? Освобождаем с плена, почти сбежали. Нет, план обломился, Витька поймали. Нет! Жесть, на меня можно? Что ты? Не трогай ты ее носки. Пахнет пердою. Сейчас тихо. Вкусно. Как рякнем вовремя, она цветочек застрижет, смотри. Че ты слушаешь нас, мы гуси? Делайте, подстрижись. Ты шо? Я думал тайминг! Типичный почтовый сотрудник в деревне какой-нибудь. Возьми с той стороны, тяжело же. О! О! Это нормально. Нет, Тимворк начался. Резвые гусечки. Не звоните, не пишите. Здрасте. Можно? Нельзя. Фейс-контроль? Понимаю. А какая причина? Давай неси меня внутрь. Только нежнее.
Це мерзость. Сиди там тихо, не крякай только. Можно меня перевернуть? Нельзя. Вам доставка, дайте пройти. Подожди, а я? Я с ним. Я с ним. Ну да пусти. Я тоже хочу внутрь. В смысле, пустить это со мной. Что вам надо? Где таких морды? Дед. За деда болит. За деда. Ты не сможешь, порывы ветра не дадут тебе. Хасаги! Это что, пивусики для гусика? Ох, хмельное! Что ты делаешь? Туалетный утёнок. Это неплохо. Затуалетил. Слышал? Такие дебилы в трубу орут. Только Эйнштейн мог решить эту головоломку. Беды с башкой. Гусь рар запакован. Я так понял. Куда ты пошел? Я коробка. Давай помидорчики собрем просто. Что будешь, что будешь делать? Шо? Что будем делать? Шо? На, отнюхай, как. Он помидор, он. У него как бы кровь в жепы, ему лечиться пора. А после к врачу обратиться, к врачу его отведите. Жепу? Отвлекай его, отвлекай, показывай ему жепу, грациозность, все нормально. Нормально, нравится? И вниз, нет, сюда. А, все, понял. Смотри, какого это помидорка твоя. Ты что сделал? Нафига ты открыл его? Последняя подляночка осталась. Так вот, ага, дверь закрою. Ключи конфискованы, все, вход в город официально запечатан. Хрен! Беги! Я бегу! Бегите, гуси! А, вон! Давай! Эй! Это наше добро! Это мое добро! Наше! Коммунизм! Ребята, ссылка на оригинал в описании. Приходите, подписывайтесь на Валеру Гостера. Это нужно делать обязательно. Довольно забавные видосики. Нельзя посмотреть сразу три части. Надеюсь, вы это оцените, можете мне лайк поставить, мне было бы очень приятно. Комментарий, подписаться, в конце концов, мне было бы очень приятно. Хочу 1 000 000 подписчиков до конца года. А так, ребята, всем удачки, всем пока.